Абсолютное преимущество в 53% голосов дало центристам в Таллине право на единоличное правление. Правда, для того, чтобы его утвердить, необходимо пройти определенные юридические процедуры. Сегодня вечером истекает срок подачи заявлений о нарушениях во время голосования. И, если таковые, требующие серьезных судебных разбирательств, не появятся, в понедельник, 28 октября, будут зарегистрированы все кандидаты, имеющие право работать в столичном горсобрании. 31 октября объявляют результаты местных выборов в Таллине. Тогда остается по закону 7 дней, чтобы собирать новый состав нового городского собрания. По предварительным данным, первое заседание городского собрания Таллина может состояться 7 ноября. Однако тень революционной даты родом из прошлого века вряд ли нависнет над зданием на улице Вана Виру. И призрак Государственной Думы с историческими словами «караул устал» таллинскому горсобранию не грозит. По той простой причине, что повестка дня будет очень конкретной. Во-первых, выборы председателя и его заместителей. С перевесом голосов 46 у центристской фракции против 33 у трех оппозиционных партий, сюрпризов явно ждать не приходится. В первом заседании нынешнее городское управление выявляют, что они пойдут в отставку. Тогда на втором городском собрании будут голосование нового мэра, и новый мэр представляет городскому собранию новый состав правительства городского собрания, городского управления. В отставку вместе с мэром и его заместителями уходят и старейшины районов Таллина. И до назначения новых работой на местах будут руководить заместители старейшин. В период с момента отставки мэра и вице-мэра до утверждения горсобранием нового руководства, по сути, создается правовой вакуум исполнительной власти. Однако долго он не продлится, и не позднее 14 ноября будет объявлено имя мэра и его 6 заместителей. Екатерина Плехова, Наталья Малиус, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.